4 года назад за счет собственных средств, за счет кредита Мельгорисполкома мы приступили к закупке нового оборудования, к модернизации, что позволяет нам ускорить освоение новых видов продукции в течение 2-3 часов вместо 3 месяцев, поддерживать высокую номенклатуру продукции, производительность труда гораздо выше на новых станках. На сегодняшний день станки работают 3 смены. Кредит мы получили на льготных условиях, невысокая ставка. С начала года 5 предприятиям в Минске были выданы льготные кредиты почти на 300 тысяч рублей.